10 сентября в Каспийской школе номер 1 состоялся семинар для вожатых и наставников всех школ города. Основная цель встречи – это повышение грамотности своей деятельности. В ходе мероприятия были обсуждены новые проекты, акции и многое другое. Важный вопрос, который мы затронули – это пропаганда против экстремизма и терроризма. Вот мне нравятся слова Бернарда Шоу, который сказал, что теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного – научиться жить на земле, как люди. И поэтому терроризм – большая угроза. И все взрослые отвечают за жизнь детей. И дети должны знать, как вести в ситуациях, когда есть проявление терроризма и экстремизма. Кроме того, к участию в семинаре были приглашены волонтеры, которые провели инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему. Прошел инструктаж в рамках уроков о здоровом образе жизни. Во всех школах должны пройти уроки просветительские, где рассказывают о здоровом образе жизни и сохранении жизни человека. Должны пройти экскурсии. Ребята могут пойти в пожарное отделение, в МЧС, в медицинские учреждения, где им расскажут, что такие есть службы. А также в ближайшее время вожатые и наставники планируют принять участие в проекте «Первая медицинская помощь», которая пройдет на базе 15-й школы.